Здравствуйте. Соскучились? Мы тоже. Чудесный зимний денек, январь, снега мало, на улице минус 3. Мы в Подмосковье. Идем на одно интересное местечко по картам. Что там будет, неизвестно, но очень интересный холмик. Вот, не буду затягивать. Что там такое? Пробка? Димыч, поздоровайся. О, здрасте. Всем здрасте. Так, пробка первая. Была ложка и заколка от волос. Прошли метров 50. Прям январское солнце. Вчера такая пурга была в Москве. 10-минутная. Ой. Есметик типа говорил, что будет... Пятачок. А? Пятачок советский. Первый монитос сегодня. И... Пытачок. А какой пытачок? Здесь первый. О, ранний, смотри. Сейчас. Рез. Сохранить-то в каком? Ну, задняя сторона так себе. Да. Походу. 31-й. Изумительно. Ранний — это хорошо. Нет. Питак, 31-й год. Нам туда. Вот смотрите, дошли мы. Так, у Любы гильзач какой-то. Здорово. Я не знаю, что. Ё-моё. 10-й калибр, что ли, охотничий. Очень похоже. Авиационка? Не. У нас распространенный. 12-й, 16-й. Еще есть десятка так называемая. Что еще с дымным порохом вообще хорошо. Но суть не в этом. Дошли вот до этого пятака, сигналов нет вообще, даже черных. Вот единственный сейчас цветной был. Пока ничего не понятно. Сейчас попробуем к реке пробраться. Переправить. По картам вроде бы как бы здесь холмина. По альтиметру, вот я сейчас смотрю, подъем всего на 2 метра. С места, где мы... Сейчас. С места, где мы оставили машину. То есть уклон... Но его практически нет. А визуально такое ощущение, что прям гора на топографической карте. Но вершинки не стоят. Поэтому и полезли. Сами знаете, берега реки, овраги высокие. Очень интересные места. Да, получается, что полога. Но бог его знает. Сейчас, короче, еще полазим, посмотрим. Двигаем, вот обследуем этот вот участок до реки. Ну, по ней можно спуститься. А, вижу, сейчас сниму. Землица сырой лежит. Доставай. Под снегом мы этому рады. Ну да. 41-й. 41-й год? Квадрат. Да, рамка. Сохран? Нормально. Да, более-менее. Ну, ладненько, Дима же где-то вон там за кустами лазит. Дим! Ты где? Мы вниз спускаемся. Так мы туда и идем. Я решил, думаю, пройдем по накат-совету. Ну, сейчас Димыч подойдет. И, может быть, что-нибудь найдем из советов. Так, исследовали мы тот островочек. Кроме гильз, ничего. Вот идет накат, как будто бы. Ну, он не как будто бы, он и идет. Там внизу была переправа. И... Вот такой красавчик. Покажу. А Димыч, походу, мимо прошли. А он вот тут здесь... не шел. А он вот здесь вот прошел. Он где-то тут шел. Вот да. А, ну он в сохранчике, в принципе. Да. Ой, как хорошо. Балдеж. У Любы был там рамочник. Ой, щитовик 33-го года. А сейчас здесь что-то интересное выкопалось, наверное. Димыч, доставай. Нет. Это... Цари, да? Цари. Кто там? Ну, николаевский формат. Ага. Ну, ёксель ты моксель. Хоть не без царей сегодня. А сохранчик. Зализанная, да? 1877.
Александр. Зализанная, да. Александр. Ой, да. Облизанная маленько. Ну, при жизни, я так думаю. Да-да. Он даже отпечаток остался. Ага. А как звенел. 1877 год. Где? Ага. Сейчас, погоди, сниму. О, ага. Отпечаточек от нее. Ну что, хорошо. Кайф. Вот мы и дошли до краюшки. Там в низине река. Ну там чепужатник, сейчас туда не полезем. Вот такие здесь уклоны. Что там? Чернина? Вообще красиво. Димыч там где-то ломится через чащу. А? Чего? Что-то у него там же сигнал глубокий. Пом, посмотрим. Вот обрывчик. Туда можно бряхнуться. Чем там бьет? Ну, чернина. Блин, не чернина, чернина и что-то глубокое. Смотри, что здесь может быть на краю. Ну, я думаю, что она просто обвалилась туда давно уже. И она была шире река. И она, ну, она там внизу, шире. Конечно. Нет, здесь. Глубина здоровая. Да. Ну, что там? Лопатку убери. Это железное. Я думаю, что железный в тюрьме интересно, что-то. Прямо в центре. Давайте посмотрим, что здесь железное обрыве. Блин, солнце светит, офигеть. Просто если это какая-нибудь конина. Ну вот надо и смотреть по железу. Значит, они. Настоятельно здесь рекомендую в таких местах проверять черные сигналы, потому что непонятно, что здесь было вдоль этого оврага. Ну, это не овраг. Ну, это не овраг, река, да, это пойму. Выкопало. Давайте посмотрим, что там. Да. И что это? Господи. Что это такое? Это такое-то. Алина. Да хрен его знает. Смотрите. Что это такое? Я даже что-то такое не попадалось никогда. Такая глубинища. И что это за хренозябра какая-то. Сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Короче, нашли мы пересечение. Вот идет впадина, вот она эта дорога уходила и туда вниз на переправу. По навигатору стоим прямо четенько. Сейчас прозвоним, что тут есть. Ты что, Димыч? Ну, либо там, да, ну где-то тут. Какой-то глубокий сигнал. Ну ладно. Я хожу по вымоине. Сюда накат этот уходил. Скорее всего, где-то здесь переправа внизу и была. К сожалению, здесь вот такой завал. Да и снег еще кругом. Хотя не кругом. Начинаем возвращаться к машине, потому что дни короткие. Блин, красиво здесь, смотрите. Ой, хожу, как бы не упасть. Просто охренительно. Ну что, чуть-чуть находочек есть их. Хорошо, что. Очень даже хорошо. Такая красота.
Знаете, друзья, красотень какая. Я стою на крутом берегу. Вон она внизу. Русло. Где именно? Ну, скорее всего, где более-менее полога, там она и уходила на переправу. Вот. Железа много. Больше ничего. Все, вон там Димыч бродит. Больше ничего. Стоит мертвая сосна. И все. Абсолютно расколупано. Расколупано. Вот наверху кто? Дятлы, наверное, а внизу кто? Бобры. Бобры? На автобусе приехали. Вот так вот. Здоровая, кстати, сосна, не маленькая. Все, двигаемся к машине. Солнышко уже вон где. Дни короткие. А нам туда, товарищ. Любка там деревья ломает, идет. Идем к машинке, продолжаем. Вообще позднятина. Сейчас. Найдет. Совсем-совсем позднятинка. 86-й годик. Как всегда, вечереет. Как только садится, начинаются какие-то сигналы. Советы. Прикол. Походу советы и копейка и две пятнашки. То есть за липушка. Три монеты. Вот такая. Прикольно. Еще там что-то звенит. Что звенит? Что еще есть? Пойдем, прикол. Ладно, будь цари. Скажи, вышел что по земле? Ну, посмотрим, какого года копейка. Копейка. Похоже, 70-го. Ну, позднятельно, я только что 86-го, да? Да. Дима сейчас совсем ты хреновый находился. Вон. Доставай еще. Потом разглядывать будешь. Что ты их разглядываешь? Что ты там не видел? Пятнашки, пятнашки. Вон дом разлепим. Не знаю, что там еще звенит. Ну, давай. Для объему. Да, завалено здесь, конечно, вот этот, как его, накат. Да здесь накатов и просек дофига, казалось. Как не видно. Как по дорогам ездят, по просекам просекают, по оврагам овражатся. Все уже, клиника, находились. Во-первых, я не понимаю, какой-то фольговый сигнал. Да, а какие они должны быть, это поздние советы. Если бы они били медью имперской, это была печаль. Парарам-парарам. А может кто-нибудь курил, стоял, да выронил, да и пачка сверху еще. Такое тоже бывает. О, где-то здесь. Ну, стеночки вот в этом. Сковырни маленько. Стенки. Лопаты он ковырнет. Блин. Да вот так отковырнет. Нет, так не отковыряется. Так только вся извозюкаешься. Сказал самый чистый человек на свете. Ага. В машине нас ждут бутербродики, колбаска. Что там нас еще ждет? Чай. Чай. Кофе. Да доставай ты ее уже. О. Одна? Копейка. 70 какого-то. 73-го, что ли? Ой, у меня такой нету.
Я же в альбом. 1373 год, копейка. Поздний ранний совет. Да чего я нигде не видели? А в камеру лучше видно. Видно? Да посмотрим. Да здесь с фокусом еще не привык. Ай, блин. Сейчас еще что-нибудь выковырит. Не иначе. Да? Вот здесь пробрало. Прям на дороге вряд ли. Эй. Сейчас. 73-й год. О, онлайнчик хоть вам поснимаю. Ага, тут что-то. Что нашли? Где? Там по Ямской катается. Вон она. Есть копейка. Ну понятно. На. Кошелек. Ну, это не кошелек. Ну, скорее сирунок. На дороге. Или пописюнчик. Да, все 71-й. Или побухальчик. Вот так вот. Ну что, братья и сестры? Доползли до машины. Тетя Люба вот еще. Она там у нас в поле колупается. Я тут конину сейчас достал прикольную. Сейчас покажу. Правда, нифига не отмыл. Оп. С какими-то узорами. С цветами. И далее какая хреновина. Вот. Ну что, с десяток монет есть. Крестик, одна империя. Вот. В принципе, для 26 января это шикарный выход. Спасибо, что смотрите. Ставьте пальцы, делитесь видосами, если не сложно. Ну и в такой прекрасный январский вечер. Всем пока. Еще пока, не пока. Ехали-ехали. И увидели. Святой источник, неупиваемая чаша. Решили зайти. Колечко набрать. Да. Коломне привет. Мимо ехали. Сейчас мы туда поворачиваем. Ну да, сейчас покажу, найдем. Вот, идем. Там мостик такой прикольный. Почему? Ну, ходятся люди и ходят. Чё? А у тебя в деревне мимо дома не ходит никто? То, что Бунами. У нас магазин и дискотека. Чё хлещ? Тут хоть обычные люди православные ходят, нормальные. А у нас буханина сплошная. О, видите, домиков сколько. И мостик. Сейчас как на этом мостике растянемся. Туда, сейчас включим. Так, озеро или пруд. А вот он сам источник. Я так понимаю. Вон там наверху. Русская православная церковь. Так, это храм. Можно на паузу поставить, почитать. Вот сам храм небольшой. А источник, скорее всего, вон там. Вот ребят набирают из ведра водички. А, здесь даже вороночки есть, смотри, как прикольно. Вот так вот. Химические показатели источника. Интересно.
Инструкция. Здесь омовение можно принимать, я так понимаю. Купель. Вот, набрали водички, уходим. Ну и все. Вот теперь уж точно. Пока.